Я не понимаю, как это сделать популярно. Мне нужен 1 000 000 просмотров. Окей, 1 000 000 просмотров. Да? Можно делать. А вы готовы радикально как-то меняться? Да, да, мы вообще готовы, абсолютно. Точно? Абсолютно. Знаешь, чем я сталкиваюсь? Люди говорят, готовы, а потом ты начинаешь снимать, и вот артист мнется. Почему да? То не то понимаешь, потому что артист тонкий. Я хочу, чтобы ты как бы определился. Ты определился, тогда мы делаем. Сейчас расскажу, и то, если он будет ржать, если он будет ржать, понимаешь, как бы, ну, поедем, тогда посмотрим, где я живу, да? Малютка, у нас в 5-м Лепс недоволен. Мы давайте потеряем Лепса еще. Давайте все вместе дружно возьмем, потеряем Лепса и приобретем вот ребят. Давайте. Иди разрули, пожалуйста. Короче. По-прежнему большинство просмотров у кошек. Кошки. Мы показываем котика. Мы показываем, значит, девушек. И вампирский грим. У Паши. Сумерки, когда выходит новый? Да вот скоро. Вот скоро. Я тебе вообще концерт сдаю. Выходят сумерки, делаешь под вампира. Выходит пил на 8 с отрезанной рукой. И он должен петь, а не как в вашем последнем клипе. Он не пел, он ходил. Он, ну, певец поет. Он поэтому певец. Понимаешь? Кошки, девушки, вампирский грим. Вы готовы на это? Мы на все готовы. Вообще на все. Дурманишь день, вокруг тебя всегда будет людно. За мной маячит только тень. И в золотых своих доспехах ты отражаешь солнце свет. Мой разум за тобою